Здравствуйте! Сегодня делаем краткий обзор оборудования от ZK Software. Модель называется SK-403. Будем распаковывать. Значит, в комплекте у нас имеется инструкция по установке, диск, само оборудование. Значит, в комплекте есть одна RFID-карта, сам считыватель, прокладочка для установки. Значит, имеется отвертка, кабеля для подключения к сети, USB, питание. Значит, это оборудование умеет управлять электронными замками, открывает доступ с помощью уникального пин-кода или RFID-карты, может сохранять себе до полутора тысяч записей, имеет специальная резиновая клавиатура, очень удобная, нажатие кнопок очень приятное, имеет монохромный LCD-дисплей. Значит, сзади у нас классическая ZK-софтверовская штекера для подключения к сети, к питанию и так далее. Сделан он из пластмассы, очень приятно чувствуется в руке, видно хорошего качества. Пожалуй, это одно из самых лучших решений для осуществления контроля и осуществления доступа с помощью пин-кода. Вот и все на сегодня. Спасибо вам огромное.